Здравствуйте, один эспрессо сможете мне сделать? Вода понадобится? Нет, спасибо, с собой. С собой, да. Мой, да, наверное. Спасибо.
вот спокойно тянул ходы, да. Дорогу.
Thank you.
Один эспрессо, будь добры. Да, и все. Не-не, спасибо. Что? А где оплатить? О! Спасибо. Сейчас мы идем.
20. Первый раз зашел здесь, посмотрю. Thank you.
ноге прилип, к ноге прилип.
Здравствуйте. А я вот. Извините, это надо развернуть, цену посмотреть, да? Я правильно мыслю? Чтобы цену узнать. А что хотите? Вот это? Хочу цену узнать, да. Развернуть. Сейчас на что-нибудь есть скидка или нет? На все, скидка 20% или 30%. То есть вне зависимости от цвета ценника, что называется? Не-не-не. Так, сейчас я посмотрю вам по сайту ее. Секундочку одну. Ну, можно... Да, это... А, ну вот, собственно говоря, 20 минус 20%. Ага. А, нет, тут совсем... Да, бюджет. Архитектурные элементы. Видите, да. Без восстановления, без всего. Да, да. В этом и есть ценность их, конечно. Но... Да, да. Понятно, спасибо. Да, я получаю полную стоимость, да? Thank you.
Это в коробке.
да, но эти купить такие. Что? Они могут, ну, или один, потому что два они разные совершенно. Она самая веселая здесь. Ну, картину с гусями. А вы не подскажете вот по поводу вот этой вещи, что это за вещь в двух словах? Вы не можете мне сказать? А из какого? Нет, а из какого материала я неправильно выразился? Это манго, да? Ага, хорошо, спасибо. Знаете, я этот крючок возьму. Единственное, я хотел, там еще один висит. А, и все, я не тороплюсь. Да, он легкий, да? Он тоже глядный. Да. Какая у него цена, я не увидел. 15 или сколько? 10. А, 10. 900. Значит, со скидкой будет минус 8 рублей. Да, правильно? 2000. Так, это 100 евро. Вот он получается. Ну, даже 80 евро. Подсветка, если там зажечь. Вот, давай. Да. Наверное, два лампочки. Слушайте, а вы в двух словах не можете вот об этой вещи что-то сказать? А это просто фасад. Я обратил внимание, что оно 108 да, стоит. Да, ну потому что они старинные. Да. И они там в Индии. Сколько приблизительно, плюс-минус, как вы считаете? Период, ну, времени какое-то. А, сложно сказать. Очень непонятно. Это более 100 лет или нет? Типа поставим его, это же. Сложно сказать, все равно, да? Мы же как декор. Нет, я понимаю, да. Я обратил внимание, что они 108. Там немножко подешевле есть, поэтому я подумал, может, какая-то особенность в них заложена. А там какие? Которые. Ах.
ну, попроще. Ну, они побольше размером, но здесь с другой орнамент, ну, орнамент, мягко говоря, другой. Здесь животный орнамент. Там такой. Просто они. Если приходят, там собачку тоже видели, да. Но у них сложно немножко иногда. Ну, у них там собака получилась похожа на утку, что они там даже Да, интересно. А тут ли вы, как ли вы? Ну да, к сожалению, не мой бюджет, но ладно. Зато я крючок сейчас приобрету. Если такие заинтересовали, мы можем насчет у директора нашего владельца, он завтра узнает насчет скидки, если хотите там, может, прибор. Нет, я думаю, что меня все равно. Потому что мы его спрашивали тоже, ну, это крутовато. Ну, вот, да, по сравнению с теми. Ну, там просто. Я сужу по объему, он там сам ездит, закупает, да, потому что им получились закупки. Да, я понимаю, да, я понимаю. Даже если 20%, ну, стандартно. Да, 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 да. Да, я понимаю, да. Есть. Хорошо. Там, кстати, посмотрели, да, как он открывается? Нет. Он делал можно. Ну, если что, значит, вот это отжимать, да? Можно поменять синее стекло, там красное. Либо просто мопок. Обычный свет, там, да. Там керосинка, вон даже фитиль. Да, мы керосинка еще. Вот. Можно ее запускать. Соответственно, там раз, совпало отверстие. Фиксатор, все. Ну, а здесь вот это. Это можно тоже разобрать. Да, там керосинка вынимается. Даже с пробкой там прямо все. Фитиль даже новый. Так что можно как такую лампаду где-нибудь натирать. Да. Что вы мне вынесете еще одну ручку? Мне это. Да, хорошо. Я пробую, я беру. Но мы их используем для фонарей. Вот эту вот. Мне главное, чтобы она была просто орнаментальная. Вот эта достаточно цветная и заметная. И вот это, с моей точки зрения, мне так кажется. Но эти такие они почти, ну, не то чтобы монохромные, но. Ну вот, вот эту я думаю, хорошо? Угу. Хорошо. Вот. Сейчас принесу. Зажечь этот фитиль. Знаешь, это чумной доктор идет. Блин, а там одеваться, да? Да, шапку. Я в зоку еще не могу ходить. Спасибо, до свидания. До свидания. Да, это, по-моему, да. Да, 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 такой с пипочкой. Да, все сделаем. Да, хорошо, спасибо. До свидания, все хорошо. Ручку и вот эту, как ее называют, крючок. Вы не посмотрите, здесь два крючка. А, вот я вижу, ценник там тоже есть. Я не увидел. Я не увидел, что цена здесь. Она в одну или в разную? А, скажите, пожалуйста, вот я хочу крючок купить. Как вы, с вашей точки зрения, этот мне приобрести или этот? Ну, с точки зрения какой-то заметности, там, фактуры или что-то, я не знаю, как. Вот этот почетче вырезан. Вот этот, да, вот вроде он покрупнее, да. Там четче резьба идет. Здесь вот такая трещинка есть, это хорошо. Ну, это хорошо, да. Да, 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 да. Вот меня с этой точки зрения. И вот снизу тоже. Вон. А, тем более, да. Он, да. Такой, он с изъянчиками. Ага. Да. Да, так что. Я пытался, я не смог снять его. А, простите, сейчас я его. Вот. Просто шляпка больше, чем. Ага. Спасибо. Извините, вы не могли бы мне что-нибудь сказать об этой вещи? Ну, в двух словах, если есть что сказать. Вот это тиковая. Угу. Ну, сама доска. Да. Старая. Да, это старая доска. Да.
Что это еще? Ну, не, ну гвоздик, мало гвоздик. Ли интересно. Вы просто... Причем вот он кованный, вот они его загибают. Ага, да. Вот, хорошо. Они... Вторая жизнь досок. Они же там стали берут, а все-таки ценная древесина. Это да. Из них делают. Я ценник уберу. Нет, я себе. Нет, ценник можете убрать, если хотите. Давай. Да, ручку я одну уже в карман положил. Да, две, да. Две, вернее, в сумме две, а заодно. Да, ручка и крючок. Со скидкой 1730. Да, да, все верно. Угу. Пожалуйста. Да, спасибо. Они же там мебель тоже старинную разбирают, бывает, элементы. Да, да. И окна, все потом идет. Все, что части крепкие остались. Я периодически заходил, но в тот момент мне не надо было. А сейчас надо, и немножко, ну, цена другая немножко сейчас стала в связи с этим курсом. А ручки где? Я уже взял. Они в кармане, да, лежат. А вот, да, вот это тоже, например, форма для кирпичей. Вот, да. Форма для кирпичей? А что это значит? Они просто кирпичи из, да. Ну, наверное, цемента. Либо глины, глины. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Все, я очень рад. То есть они все, потом вторая жизнь ищет. Хорошо, да. Спасибо большое. Все, всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо. Извините, а где с головой утки собака? А вот слева от нас. Если вы так... Приходит, вот, стоит. Вот. А, господи боже мой. Что-то не то немножко. Ну что, получилось у художника. Ага. А, я думал... То есть тут язык понятно, а вот больше на пятачок похоже, ну такая. Да-да-да, необычная вещь, действительно. Я имел в виду, кстати говоря, вот эти вот элементы, где они, господи. Вот, я на них хотел вам показать, потому что... ну, например, вот эта вещь 23 тысячи стоит. Да, но размер она побольше. Как правило, они порядок такой был всегда, орнамент, 20-30, да. Ну, а там примерно. 100, а поэтому вот львами, меня заинтересовало, видимо, почему 100. Вот с этими клыками, то что... Ну, это все-таки животные, видимо, можно. Здесь ценность. Вот это тоже 23. А вот, ну, разные орнаменты. Все-таки животные, наверное, подороже идут в орнаменте. Фигуры, это я так много полагаю. Факторов. Еще, наверное, смотря где, у кого. Ну да, да, в том числе. Как они, фасад здания, да, там тоже весь разбирают и все. Да. Ну ладно, все. Спасибо, до свидания. Пожалуйста.